Пусть вам будет хорошо, как и мне. Вот. И не злитесь на меня, злые тетеньки из интернета. Я вам посылаю такой зверобойчик, а цветочек вот такой. Он летает, какая-то штучка около меня, жужжащая. Что-то хочет меня цапнуть. Что-то меня хочет укусить. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что-то меня хочет укусить. Главное, чтобы не смертельно. Да-да-да, не забывай меня. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Не забывай меня. Не забывай меня. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Я всем пою, всем хорошим людям. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Дурачусь. Вот хорошо, да и все. Вот так вот хорошо. Вот так бывает хорошо. На природе, в такой летний день хороший. Так вот мы собираемся, сидим, отдыхаем. Кто что делает? Кто костры палит? Кто там шашлычок жарит? Мы просто отдыхаем на солнышке. Нам так хорошо. С травой зверобоя. Вот такие вот дела. Вот такая красота. Эх, очки сниму. Они не нужны здесь совсем. Вот такая красота. Вот такая я лежу, выгораю. На пляжу я лежу. Это мой такой вот такой Брянск, вот такой вот и я. Леночка Желанкина с вами. Привет вам пересылаю. Посмотрите, какое небо волшебное. Вы такое небо видели? Такую красоту. Вот такую. Вот такую. Вот такую красоту. Вот так вот. А это я. Вот такая вот я. Вот так красиво. Вот так загораю, лежу. Вот так вот. Прямо курорт у нас тут вообще. Красота у нас тут. Кто-то говорит, на украиночку похоже. Не, ребятки, я русская девочка. Я такая россияночка такая. Девочка-россияночка. Такая Леночка Желанкина из Брянска. Вот. Люблю я свою Россию. У меня орловские, брянские корни. Может быть, и украинские где-то, кто знает. Художница меня рисовала когда-то в молодости, совсем моей ранней. Сказала мне, Азия переплелась тебе с Прибалтикой, с Польшей. Вот она как профессионал мне сказала. Ну, может быть. Может, художникам виднее. Ну, кто у нас тут только не был на нашей земле? И литовцы, и поляки, наверное, были. Приходили с захватами. И все равно наша земля осталась русской нашей землей. Вот. Вот такие дела. Вот бывает так. Да. Хорошо.